Ребят, всем привет! По заказу Сергея из СУМ, это наш представитель, наш партнер. Делаем дефектовку автомобиля Mazda CX-9 2016 года. Делаем дефектовку нижней части. Итак, вы видите, мы его подняли. Подняли на подъемник. Что у нас здесь? Передняя подвеска, есть только потертости рычагов. Вся пластиковая защита целая. По левой стороне также у нас есть только нюансы потертости рычагов. Все пластики, вы видите, полностью целые с обоих сторон. Все днище целое, нигде ничего не поломано. Задняя часть у нас также вся целая. Это переднеприводный Mazda CX-9. То есть, Сереж, вы видите, да? На автомобиле 15 миль пробег. Вот такие автомобили, такие дефектовки мы делаем в нашем клиентам. Ребят, хотите получать такие услуги? Плюс 1-267-632-4774, Viber, WhatsApp. Пишите, звоните. 7 Motors поможем вам организовать доставку.